высокая девушка. Тренируется Виктор Николаевич Кудрявцева. Потому что очень любящее фигурное катание. Флип тройной. Двойной, двойной, тройной сальт не получился. Так, поставили на обороты. Бергер одинарный вместо тройного. Комбинация спирали. Тройной сальто. Очень быстро катается. Аксель. Да и очень технично. Прыжок волчок на маховую ногу через бедуинский. Двойной, двойной. Хорошее вращение очень. Очень интересное. Вот если бы она сделала одно это вращение, вот такое, какое у нее было последнее положение, вот она могла бы получить бонус. Потому что с этим положением ноги свободно никто никогда не делал. Это придумка, просто нужно им подсказать.
тоже без Луца у нас откаталась. Мы ни один Луц, по-моему, еще не видели, да? Не видели еще. Сначала. Никто нас не побаловал. 6 участниц откатались. Понимаете, какое отставание? Конечно, нужно без паники. Без паники. Ну, вот очень хочется, чтобы Жанна Федоровна ученица откаталась. Интересно. Она вот еще маленькая, тортычная. Вы-то не слышали сейчас интервью Елены Чайковской? Она тоже говорила, не надо паниковать. То есть вы так я вот не слышала. На расстоянии. Ну, я знаю, что вы не слышали. Я слышал. А что в панике-то сделаешь? В панике вообще ничего не сделаешь. Видна ваша вот закалка и школа. Без паники, спокойно. Нужно спокойно готовить, отбирать. Я хожу по разным школам, вижу маленьких детей. Их много. И у Кудрявцева, конечно, у Водорезовой много детей в школах. Я... Ну, девочки как растут, чтобы они не поправились. Вот ведь проблема, беда. С девчатами. В гимнастике как-то у них вопрос лучше, мне кажется, решается. У Винер. Потом Кабаева на Фурусимиде ловят. Ну, я этого не знаю. Было вот, но... давно. Но было. Так что для всех проблем, все сражаются. Но там не то, что решается, там, ну, это же многие гимнастки рассказывают про то, как там жестко со всеми этими пирожными. Ну и правильно, а что же колбасками делать? А это для них, а что же делать? А что же делать? Это для них. И работу не хочется в рваный карман профессионалов класть, правильно? Если они будут. Можно, нужно организовать питание. Нужно организовать для них питание, если есть школы. Правильно, если есть настоящие школы подготовки девочек, да, то можно же организовать это все питание. Это... У Винер, насколько я знаю, они гораздо больше времени проводят на сборах и постоянно находятся под присмотром. Да. Ирина Санна. Ну, от этого и результаты есть хорошие. Это да. Настоящие. Мы тоже, когда были на сборах все время, я не хотела бы уже ездить по сборам. Я всю свою жизнь проездила за льдом, у меня никогда не было куска льда. И я ездила, чтобы у меня было по 10 часов льда, и проводила время все в Томске. Слава Богу, у меня там были друзья. Всем привет, ученикам. Вот. В Одессе. Глазы, Первоуральские и так далее.